Тест радар-детектора Xiaomi 1785. Мы едем на зеленом пункте. Сейчас скоро слева от нас будет тренога, которая стоит на поток, который движется из Москвы, а мы сейчас едем в Москву. То есть она нам стоит в спину. Метров где-то до треноги проехали. Замеряем отсчет. Вот треноги. 100 метров от треноги проехали. 200 метров. 300 метров проехали. 400 метров проехали от треноги. 500 метров. 600. 800 метров от треноги проехали, сигнал еще есть, К1. Через 900 метров сигнал перестал приходить на треногу, которая стоит нам в спину. Но она стоит не с правой стороны, а с левой. То есть в любом случае нас бы она не засекла.